А работа сегодня можно или как? Ты работу работай, конечно. Ты слушай краем уха и работу работай. И так каждый день. Ой, да ладно. Блин, по вечерам на самом-то деле, вот реально по вечерам, по-моему, гораздо больше, что ли. Ну, понятное дело. Народу сидит. Надо будет посмотреть, что там вообще в лобби происходит. Если народ нет. Ой, что это такое-то со мной? Сорян. Сорян. Не спать. Если только в лагеря, да. На свиданку я поеду. С девушкой уже, считай, месяц не виделись прям. Ужас какой. Просто. Я сейчас потихоньку... Короче, тут затеял ремонт. В квартире. Ну как затеял? Сегодня по сантехнике там придут. Если я тебе не даю работу работать. А чё вы такие дерзкие? Дерзкий, как пуля, резкий просто. Странное что-то происходит. Вот, в общем-то, надумал я ремонт делать дома. Сегодня по сантехнике как раз стрим закончу. Позвоню. Придут, скажут, надо полностью сантехнику, считай, поменять. Ну и потом дальше там ванну надо будет тоже позвонить, спросить вообще, чё, как, сколько это вообще будет стоить. Сколько это дело будут делать. Кухню надо. Вот на ванну, короче, и кухню сделать самое оно. Что за прикол такой? А где все-то? Боты, главное, как бы агрятся на меня. Не на меня, а агрятся. Все здесь, я понял. Кухню около компа, говорят, да, около компа. Как же мне повезло с тобой, братиш, то что ты стрелял хер пойми какими патронами, а. Если... Кстати говоря, тремор. Перелом мы убирать сейчас не будем, наверное. С тремором нужно убивать людей в голову. Идет какая-то падла сюда.
Картинка четкая становится. Ну да, 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 да. Анальгин на заводе базаров 0. Как ты не сдыхаешь-то, падла-то, а? Там еще идет. Как бы, алло, а где мои хилки-то? Сорок третья пилотка, спасибо за хилку. 43-я пилотка, что у тебя за патроны там были? Понятно. Ну, в общем-то, вы поняли, да? Простой патрон даже броню не пробивает 4 класса защиты. 4. Всего лишь 4. Так. Здесь меня, короче говоря, и кончат по ходу дела. Крадется. Первому еще. В прятки, говорит, играл. А вот нихер со мной в прятки играть. Граната тут! Просто выглядываешь, там охеренное количество тел стоит. Артей, здорово. Бобро позитива. Да это трындец, их просто дохренища. О, Вовка, ты здесь?
Здоровеньки булы. Анальгин закончился. Может, не надо? Чё я вам сделал-то? Да хули? Там 100% челобот, короче говоря, сидит. Так, не. Он там сейчас, падла, будет их всех, короче, лутать, чего нельзя вообще просто-напросто допустить там, потому что парень с пилигримом лежит. Нехер мой пилигрим хватать, скотина. Понял? Иди в жопу. Пилигрим останется у меня на. Хуярь медведя. Надеюсь, ЧВК в офисах говорят. От меня все убегают, что делать? Не знаю, я его вообще как-то на изи, блин, выполнил, вот честно тебе сказать. Вообще, как бы, даже там проблем не было никаких, там, ни заморочек, там, и так далее. Просто тупо стрелялся, и все. Само, считай, выполнилось как-то. Так, надо зарядиться, на. Смотри-ка, он там уже залутал, он там. Уже. Наглый такой, пилигрим хотел утащить, падла такая. Нихера, бро, нихера. Так, сейчас мы это дело полечим. Одну руку полечим. Перелом не будем лечить. На выходе, говорит, вода подкрысят и все. Блин, насчет этого я даже не знаю. Да. Бронька только хуже вроде как делает, поэтому сейчас я ее и скину как раз таки. Сейчас дозарядимся. Перелом оставляем для тремора. Да, то есть нам нужно будет ЧВК с тремором, короче говоря, убивать. Чувака. И хила у нас как такового сейчас уже больше нету. И вот это вот печаль, беда. О, а там народ-то еще как бы есть. Еще кто-то поднимается. Здесь вот с этой стороны. Вепрь. Калаш.
Так, ну что, пойдем. Скотина, а? Ска. Кто-то уже все-таки уволок его. Его даже, короче говоря, не лутали. Блять, господи-то, а? Я понял. Дети крысюк там сидел.